Когда быть мамой призвание, сегодня в Минской области наградили женщин, воспитывающих по меньшей мере 5 детей. Ордена матери, а в дополнение к нему и денежное вознаграждение, удостоились 28 жительниц региона. Церемония получилась по-настоящему семейной, благодаря тому, что впервые вместе с женщинами пригласили их мужей. Радость, конечно, что вот оценили нас, что вот отправили с мужем. Рада, что вдвоем. Думаю, ну, это правильно. Ну, это правильно, да. Но правильнее, я думаю, было бы, если бы тоже для мужчин какой-нибудь, для многодетных, отдельный какой-нибудь тоже праздник. У нас один спортсмен, школьник, поэтому награду уже приносил. Мы очень, да, первые места, мы очень рады. Майме это первая награда. Нет слов, только одни эмоции. Одни эмоции. Портрет многодетной матери со временем меняется. Если раньше почти всегда это были домохозяйки, сегодня большинство женщин имеют высшее или среднее специальное образование. Работают и в бюджетной сфере, я имею в виду, и образование, здравоохранение, социальную защиту. Есть, которые работают в сельском хозяйстве. Надо сказать, что с каждым годом количество мам, семей, многодетных семей у нас увеличивается. И если сравнивать, то сегодня у нас мамы молодеют. Мамы молодеют. Сегодня у нас самая молодая мама, имеет 5 детей, вот, которая награждена орденом матери, 28 лет. День матери в Беларуси отметят в пятницу. К этому празднику участвовать мам будут в каждом регионе.